Ну, как говорится, радость она была на всех одна, что кончилась война. Ну, как сказать, война началась, я был вот такой вот. Это война в 41-м началась, и сколько мне было? 3 года. Я с 38-го года. Вот. В 43-м, это где-то мне 5 лет было уже, да? В 43-м я начал работать. А мужиков-то нет. Все были на фронте. Были дети и женщины. Мы погонщиком на обогрейку. Сидит один. Здесь у него педаль, здесь поднимается, и он как бы складывает. Ну, пшеницу или рожь косишь. На сноп набирается, он сбрасывает ее, а там опять женщины идут с напилом. Ну, вот так вот. И проходила жизнь. И я. Это мне сколько? 10 лет было в 48-м году. Мне медаль за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Он что работал. Вручали. Многие не верили. Все говорили, о, отцовская, много отец, отцовская медаль. Нет, была моя. Я помню, в 41-м отца забрали. И мы остались с матерью. Нас 4 осталось с матерью. Я, сестра старшая и 2 брата младшие. Ну, как говорится, Бог не дал им жизни. Сестра 13 лет прожила. Вот. А эти еще маленькие, совсем маленькие. Да, в 50-м году еще появилась сестра, маленькая была, но она тоже приехала на Украину в 51-м году с матерью. Мать заболела. Вот мы вдвоем с сестрой остались. Семья большая была. Две старшие сестры у меня были. Ну, я одну не знаю, что это. Еще у меня на свете не было, она умерла. Вот. Потом с 36-го года была сестра. Это я знаю, 13 лет ей было, она умерла. 2 брата младших. И еще сестра младшая, самая младшая. Это мы жили в Томской области. Ну, а потом отец в 49-м году только пришел с армии, с войны, вот. Ну, в 49-м переехали в другую деревню, ну, и там пошло, потом уехали на Украину, на родину родителей моих. Опять там тоже в школу пошел, с медаль одел, ну, как, пацан тоже, а я... Пятый класс, да. Приехали, когда на Украину, пятый класс пошел. Ну вот, отцово, там сюда туда, ну и я забросил и не стал. Четыре-пять лет. Лошадь. И нам это было, вот игрушки были. Чтобы покататься наверху на лошади. Это было большое, как говорится. Игрушек таких не было. В то время какие игрушки? Конечно, радость была большая. То, что мужики стали хоть инвалиды, но приходить в деревню. Вот.
У меня отец в 49-м году пришел. В 49-м. Ну, такие вот. А так, конечно. Ну, детство прошло летом. Все детство